Да, 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 да. А как звучит задание в оригинале? Это, незнание закона не освобождает от ответственности, да? Ну, сейчас было действительно обидно. Она взяла ключ, но вот не хватило этих двух секунд. Обидно. Ну, у вас два пленника. Все-таки, наверное, будем писать в тюрьму Агриппине. На тюрьму Агриппине. Ну что, Паш, есть возможность сейчас реабилитироваться? Да? Сейчас не интеллектуальный конкурс. Как с физкультурой было в школе? По канату. Было, нет? Страшный человек. Итак, последнее испытание для вашей команды на сегодняшний день. И еще нужен хотя бы один ключ. Да. И так-то не достает. Паспорту. Открывай. Время для Паши Деревянко пошло. Будем надеяться, что он вернется с ключом. Все-таки капитан. Давай. Собирайся выше, чем выше заберешь, тем легче будет потом. Немножко. Молодец, осталось. Молодец, Паша. Согласен, Паша, давай. Давай, давай, ну. Время есть, Паш, попрыгай, отдохни немножко. Летай. Времени очень много. Давай. Все, давай, Паш, пошел. Давай, Паш, вылезай. Ногами цепляйся. Ребят, очень тяжело. Очень устал. Ладно, Паша, мы... Так, береги силы, выходи. Паш, не стал пороться. Я не понял. Ну что? Что-то мне вдруг... Молодец, молодец, начал хорошо. Начал. Практически хорошо, уже. Начал-то. Еще половину времени. Хорошо, так. Ребята, у вас всего три ключа. У тебя... Два ключа не хватает. Мы же говорили тебе, отдохни, что у тебя есть время, Паша. Ладно, ребята, ну что? Что, отдыхай? Да нет, нормально. Ну что, ну не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Ничего. Паш, а скажите, пожалуйста, вот перед тем, как сняться в фильме «Участок», вы актерскому ремеслу в какой-то театральной школе учились? В российской? Да. А какую заканчиваю школу? У Хейфица. У Хейфица? Это в ГИТИСе, значит, да? Понятно. Хорошо, значит, я хочу вас успокоить. Играете вы хорошо, не расстраивайтесь, что у вас пленники. Сдевайте. Не расстраивайтесь. Нет, я не издеваюсь. Во-первых, самое главное, дух. Есть еще дух, еще есть еще ночь, есть еще завтрашний день. По-разному складываются игры. Главное не расслабляться. Итак, вам еще необходимо всего три ключа, нам нужно 5 на завтрашний день. Поэтому мы отдаем 30 секунд, я надеюсь, вы согласны, да? И у мсье Лабуля берем 2 ключа. Теряем 30 секунд. Да. То есть завтра у вас будет 2 минуты 30 секунд. Мерси баку. Ну что, вставляем. Только не поворачивайте ключи, потому что Моника не увела тигров. Ну что? Значит так, ключи здесь на месте. У вас 2 минуты 30 секунд завтра, когда вы доберетесь до сокровищ. Надеюсь, что это случится. Вам нужно, главное, освободить своих друзей. Вы сейчас пройдете в комнату, где вы должны будете отдохнуть. Но не спешите дергать все рычаги, выключатели, потому что любым своим действием вы можете доставить дискомфорт вашим пленникам. Поэтому поторапливайтесь, но не спешите. Ночью мы обязательно увидимся на совете теней, у метров теней, где вы будете освобождать пленников и, может быть, бороться за подсказку на завтрашний день. Паспорту проводи команду. Так, ребята, паспорту. Ребята, стойте. Что такое, речевка? Да. И... Мы приехали к вам, пор! Не боимся наших пор! Ну, это мы отдельно нарежем, это будет хорошая штука такая. Играли они так себе, но вот... Давайте, удачи, счастливо. До ночи. Сегодня на нашем канале. Ночью форт только кажется безобидным. 24 часа в сутки он сторожит свои сокровища. Мэтры теней уже ждут игроков. После того, как команда завладеет магическим кристаллом, у нее появится шанс сразиться с мэтрами. И только тогда пленники смогут надеяться на спасение.
Hello. Какой кошмар. А ты как думала? Вот. Ты веселый. Мы с тобой такие же. Ну что же, мне очень обидно. А что делать? Это ужасно. Такая у нас судьба. Это ужасно. Какой кошмар. Ой, за что? Что эта жаба тут делает? Саш, ну мы вдвоем, хотя бы крыс нет. Их не будет, они не повалятся ниоткуда на нас. А, подожди. Ой-ой-ой. Дау! Паша! Вау! Начинается. Держись. Нажал, чтобы ты подавился. Мне немножко заложило уши. О! Вон нашел! Вау! Не знаю! Веселее работал. А! Мама, ну я ждала этого. Ну, конечно, мама. Я упаду. Ну вот, я же ожидала этого. Какого-то подвоха. Еще и жабу сейчас на меня пустят еще. Это будет, понимаешь? Сейчас я вниз полечу. Нужно найти карту, когда закрывается эта дверь. Ой, а! Телефон звонит. Йо-йо! Сейчас, подожди, дорогая, подойду. Фух. Я вот не хочу, чтобы там кто-то фигня бесценно. Если вы упустите его, вы утратите силу, начинаете искать. Ваша подсказка на странице 873. 873? Да. Что, сейчас все книжки перевернутся? Давай, давай, 873. Давайте, а давай. Можно где-то нашла? Вот здесь. Я сейчас подойду. Слушай, я бы одну книжку на русском положил. Ну, что делать уже? Почитали что-нибудь. Какой 800? Реза. Нашла? Нашла?
Стигенсон. Да, правильное расположение рыбчиков. На 873? Что это такое? Подожди, подожди. Значит, стоп. Вот этот вниз. Нет, вот этот, да? Этот вниз. Этот вниз, этот вниз. Внизу. Внизу. Все, до конца. Вот этот. Этот. Вот этот. По центру. А веревки никак, наверное. Вот еще что-то. Вот это. А, вот эти в разные стороны. Либо так, да. Либо так. Давайте и так, и так. Нет, нет, подожди. Первый сюда, второй туда. Ну, и чего? Ну, все, наверное. О-о-о! Есть! Вау, ой, как тебе? Эй! Эй! Так. Что-то шуршит там сзади. Ура! Спалились, блядь. Как там у нас сегодня? Мы приехали к вам в форт. Не боимся страшных мод. Вот это кузнец. Давай его уберем подальше. Он задохнется. Нормально, еще травки полезные, трава там есть. Ничего, хорошо, что не начались в темноте. Давайте мы не посылаем. Выпустите нас отсюда! Не слышу так. Как повезло. Как повезло, да, вы как не повезло. Стоп, а куда капитан берет? Кругом одни шпионы. Алло! Капитан Деревянко? Я. Я надеюсь, вы меня вспомните. Это Леонард «Быстрые мозги». Быстрые. 100%. Ужинайте. Ну так, пытаемся. Здесь нам какой-то кузнечик попался. Кузнец. Кузнец, смешно. Я вот по какому поводу звоню. Вам нужно постараться найти поэтажный план форта и найти там комнату испытаний, которая называется «Цилиндр». Там вы обнаружите ключ и таким образом проникнете к магическому кристаллу. Тихо, ребят. Комната называется «Цилиндр». Так, ребята, вот это поэтажный план. Нам нужно найти комнату «Цилиндр», и в ней оказывается ключ. Прямо сейчас можно говорить? Ну, я думаю, то да. Да-да. Пойдемте. Друг пришел. Это нам нужно дать сюда? Ну что, фонарик? Давайте, ребята. Подожди, Шаки. Третий этаж. А это какой? Это второй. Пойдемте по лестнице на третий этаж. Я держу ключ. А я карту больше не нужен? Ла-ла-ла. Так, а куда мы идем? Я пью за центр, вот второй этаж. Все, кто в море, там ящик. А как? Ну, правда, это долго будет? И что? Да все сидим уже, пока наши герои не спасут нас. Вон, железный ящик. 100%. По всей видимости, это будет. Ну давай, с ключом открывай. Тебе опять что-нибудь рвает, наверное? Ключ находится в другой комнате. Он не подвал, нужно принести. Садись, якорь.